всегда надо бегать из одного места в другое. Это есть в этом очень хорошая позитивная энергия, которая, на самом деле, помогает играть и репетировать. Вот, так что мне очень здесь очень понравилось. Концерты разные очень. И потом доступность для людей, по-моему, просто и Свердловску повезло. Сегодня после пар я решила пойти на концерт «Безумных дней». В программе еще очень много всего, хочется, конечно, все охватить и просто отдохнуть после тяжелого учебного дня.